человек, как известно, вышел из воды. Причем связи с текучей родиной не утратил, потому что сам процентов на 80 состоит из воды. Более того, водообмен в нашем теле чуть ли не один из самых активных процессов. А что мы пьем-то? Чай, кофе, сок, коктейли, а вода? Эх, разучился ты, благовещенец, пить воду. Для нормального водооборота человеку требуется до 2 литров жидкости. Можешь выпить больше? Да пей на здоровье, а заодно и пополняй запасы йода в своем организме. Его-то как раз нам ой как не хватает. Да, к сожалению, в Амурской области не хватает йода, не только в Амурской области, а по всему Дальнему Востоку. Вообще суточная потребность йода у взрослого человека 150 микрограмм в сутки. А в России в среднем человек получает 40-80 микрограмм, что, соответственно, где-то в 2-3 раза меньше, чем это необходимо. По словам врачей, дефицит йода может быть причиной развития врожденных аномалий, снижения умственных способностей у детей и взрослых. Скрытый голод йода, он может себя проявить в усталости, снижении иммунитета. То есть как бы, в общем-то, человек может и не знать, что у него есть дефицит йода. Знаешь ли ты, благовещенец, что наш мозг состоит на 90% из воды? Никакая пепси-кола туда не поступает. Нужна только чистая вода. Пей йодированную и насыщай организм йодом, солями и микроэлементами. Проснувшись утром, выпивайте как минимум 2 стакана чистой воды, чтобы восполнить потери влаги во время сна. А значит, дома должен всегда стоять бутыль с водой. Срок хранения такого бутыля – полгода. Лучше держи запасы воды вдали от батареи и солнечных лучей. После вскрытия пробки воду используй в течение 10 дней. Бутилированную воду используют для приготовления пищи и напитков, а также для мытья овощей и фруктов. Это не только безопасно, но и полезно, а еще заметно улучшает вкус привычных блюд и напитков. Кстати, чем больше человек ест, тем больше он должен пить. Читай на этикетке состав воды и пей сколько душе угодно. Напои меня водой. Если уже и лить воду, то с пользой для здоровья. Водную инструкцию для тебя подготовила Татьяна, дежурная по рубрике.